Школы, ДК, культурные центры. Пункты для голосования на выборах в Госдуму – места привычные и знакомые. Обычно там и голосуем на выборах. Вот гид, чтобы не заблудиться. В Тирасполе и Бендерах можно выбрать участок ближе к дому. Например, Балка в столице и сразу три школы, где будут участки. Для тех, кто живет у самолета, ближе 18-я. Там рядом строят новый стадион. У Колкотового рынка 10-я школа. У Минсельхоза 12-я. Для Западного и Бородинки 14-я школа и дом офицеров. Для тех, кто живет в центре, Дворец Республики, городской ДК, Российское консульство и культурный центр ПГУ. В Бендерах пункты для голосования тоже в каждом районе. В центре это ДК Ткаченко и батальон миротворцев. На Борисовке 18-я школа. На Ленинском школа номер 11. На Шелковом голосуем в ДК «Шелковик». Для тех, кто живет у роддома, удобнее участок в здании политеха. В Дубосарах два участка – в ДДЮТ и в Центре соцпомощи на Дзержинского. Это у площади. В Рыбнице можно проголосовать в городском ДК и на Вальченко в 10-й школе. В Каменке, Григориополе, Слободе и Днестровске по одному участку – все в городских домах культуры. Будет участок и в поселке Красное – это Слободейский район, тоже в ДК. В этот раз в Приднестровье 27 пунктов для голосования. Два из них в столице заработают уже 17 сентября во Дворце Республики и Доме офицеров.